Григорий, вы внешне очень похожи на Менделеева, ученого великого русского. Поэтому вопрос конкретный. Что делают ученые НТЦ в доменном цехе? Ну, НТЦ это не конкретно ученый. Все-таки Менделеев был ученый, а мы прикладная наука. И наша задача не входит в какие-то открытия, как Менделеев таблицу. Да? Мы занимаемся тем, что пытаемся найти какие-то решения тех актуальных задач, которые перед нами ставят производство. Плюс 35. А у тебя все равно хорошее настроение. От чего? Ну, от того, что на работе все хорошо. Что все работают и никаких проблем пока нету. Проблем нет, потому что у них очень умелый старший мастер на блоке печей, нет? Ну, почему умелый старший мастер? Все зависит же от людей, от коллектива. Встреча с Антоном Дмитриевичем Виноградовым всегда предполагает, во-первых, радость от общения с этим солнечным человеком. Во-вторых, это, как правило, неожиданный поворот по ходу разговора. Вот и на сей раз он предложил встретиться с горновым первой доменной печи Андреем Осокиным, который подписал контракт с генеральным директором комбината. Ну как мы могли ему отказать? Но вначале о главном. Доменный цех возглавил Александр Владимирович Павлов. Ему 48 лет, и он имеет большой опыт работы на доменных печах и в управлении производства ПАО ММК. Люди, которые приходят в доменный цех, они... Кто-то выбирает свою профессию, кто-то случайно приходит. Я пришел случайно в доменное производство. Но когда начал здесь работать, понял, что не случайно. Практически, если можно так образно сказать, прикипел. Поэтому можно сказать, что доменный цех – это мой второй дом. Дом там, где, как бы там ни было сложно, тем не менее, нравится. Всегда хочется что-то, чем-то заниматься, действовать, не сидеть на месте. Мы были отправлены на первую доменную печь для того, чтобы вам показать, как в 36-градусную жару работают наши с вами товарищи на литейном дворе. Как видите, вполне успешно. Выпуск металла прошел штатно. Плановый ремонт двора с восточной стороны ничуть не мешает ритмичной работе агрегата. Вот только все равно жарко. Кто принимал решение назвать доменную печь именем Юрия Викторовича Яковлева, я, откровенно говоря, не знаю, но меня это решение устраивает, я согласен. Ну, давай поразмышляем. Первая доменная печь, доменчик номер один, все совпадает, да? Ну, может быть, да. Может быть. Камиль, мы не виделись несколько лет, по-моему, где-то на 9-й печи последний раз, так? Да, так и было. Какой-то юбилей был, я уже, откровенно говоря, не помню. Вы снимали какой-то сюжет. Вы нисколько не изменились, это раз. Во-вторых, вопрос. Почему большегрузную печь поменяли на эту вот, на первую? Ну, у нас нет такого, что мастера именно на одной печи задерживаются. По цеху ротация идет. На одну, на другую, на третью. Так что это нормальное явление. Но сейчас они, в принципе, едины, да, что девятая, что первая, по аспирации, по всему, да, только объем другой. Качество труда примерно одинаковое. Ну, рубль там подлиннее, здесь покороче. Вот так. А сколько у вас сейчас суточное производство на первой? Ну, в данный момент где-то в районе 3900, 3900 тонн. С хорошим удельным расходом кокса, с экономическими показателями, себестоимостью, прочие дела. Сначала работал на горне, 2 года отработал, потом где-то ну, на загрузке поработал немножко, попрактиковался, и потом перевелся сюда уже в газовое хозяйство. А мастера подменял? Ну, пока нет, пока не подменял. То есть мечта еще у тебя впереди, да? Да, это все впереди. В том, что Владимир Сергеевич вскоре станет мастером, мы ничуть не сомневаемся. Вон какие у него учителя. Кроме Камиля Альбиковича, который в доменном производстве, безусловно, авторитет для всех, еще и Антон Виноградов. Кстати, наш герой в фильме, который стал лауреатом. Мы подбираем людей,
так, чтобы они были заинтересованы, им было весело и нужно работать. То есть как семечки, да, отбор когда идет? Когда в коллективе есть настроение, то есть коллективу проще работать. Когда есть нужные люди в коллективе, понятно, они тех, кого дают. Нужные люди здесь уже без кавычек, да? По-настоящему нужные, да? Нужные люди, то есть также советуемся с бригадирами, кого бы они хотели у себя видеть, с мастерами. То есть подбираем бригаду. А у тебя любимчики есть? Я бы сказал, у меня нет любимчиков. У меня все как бы по-своему хороши. Вот ты сейчас нам предлагаешь с одним парнем встретиться, у которого контракт. Он что, не любимчик? У меня нет любимчиков. Я еще раз говорю. Тут такого нету, любимчик, не любимчик. Тут ко всем отношения одинаковые. То есть нет каких-то предвзятых отношений к кому-то, нету каких-то поблажек ни для кого. То есть у всех работа одна. Все работы должны одинаково. Поэтому есть просто более добросовестные, более выносливые люди, которым дается все проще, не как другим. Кто-то физически не может выносить такой жары. Поэтому тоже подбираем на вот печке, допустим, 7-8, где гораздо условия хуже работы. То есть там работает особый коллектив, который там может работать. То есть стоит его поменять, все, там начнутся нехорошие ситуации. Ну, ребята с 7-8 печи, они же живут надеждой, что вскоре будет, ну не да, вскоре, 11-я печь, они будут великолепны, сразу всех опередят. Сегодня они сказали, что да, мы ждем 25-го года, когда мы наконец отсюда уйдем. В эти дни полным ходом идет подготовка к возведению 11-й доменной печи. И поэтому агрегаты, которые будут после ее пуска остановлены, решено не подвергать глобальной реконструкции. И вот там сейчас работать тяжелее всего. Сейчас, когда речь заходит о доменном цехе, все в городе Металлургов спрашивают, интересуются, когда же появится 11-я доменная печь. В настоящий момент, в ближайшее время, мы должны определиться все-таки с подрядчиком, кто будет поставщиком этой доменной печи. Рассматриваются серьезные компании. Результат, я надеюсь, будет наилучший для нас. Мы все представляем, насколько это действительно серьезный агрегат. Объема будет больше 4000 кубов. Производство около 11,5 тысяч тонн в сутки. Будет самостоятельный абсолютно. Район где-то около ККЦ. Неподалеку. Требования будут соответствующие к персоналу и к сырью. Под это все мы, собственно, готовясь, построили 5-ю фабрику. Строится новая коксовая батарея. То есть все идет поступательно, разумно, своим чередом. Вот такими газоочистными комплексами уже вскоре будут обеспечены все доменные агрегаты. Да, это дорого, но здоровье металлургов и жителей рабочего города дороже. Сейчас, конечно, всех интересует, как будет защищена от выбросов будущая 11-я доменная печь. Там обещают нечто из элементов ультра-си. Посмотрим. Осталось ждать недолго, каких-то 3-4 года. Поддерживая производство, мы обеспечим лучшие условия труда, поскольку ровно работающая печь – это всегда немножко проще. Но если брать что главнее, то, конечно, главнее те, кто работает на этом производстве. Не потому, что без них это производство не сделаешь, а потому что люди должны работать для того, чтобы потом жить на то, что они заработали. Поэтому, конечно, люди должны быть и есть на первом месте. В этом году яркое событие для комбината – это пуск стана 2500, да и реверсивный стан заработал в 5-м листопрокатном цехе. А для вас это что означает? Увеличение производства, то есть… Чугун сейчас необходимо повысить производство, потому что, ну, сами понимаете, почему СПЦ и ККЦ ждут от вас. Необходимость повышения производства, она была, есть и будет всегда. Я бы даже сказал, необходимо не повышать производство, а работать сбалансированно. То, о чем я раньше говорил. Что касается задач по повышению производства, они всегда есть, потому что чугун – это в первую очередь себестоимость комбината. Все понимают, что одна из значимых составляющих себестоимости – это первый передел. То, как отработает первый передел, начиная от горы Коксахима и Домны, так и отработает, в принципе, комбинат.
Ну а сейчас обещанное, горновой Андрей Осокин, у которого время для нас было ограничено, потому что до выпуска металла оставалось 8,5 минут. Но мы уложились. Андрюш, занимался спортом всю жизнь, разные виды спорта, кроме шахмат. В шашки и то играл, в Чапаева, так? В шашки играл, в Чапаева играл. Ну и так с ребятами занимались и боксом, и ну, чем только не занимались, в общем. Так, чисто для себя. То есть, когда пришел в горновые поступать, уже не проблема была со здоровьем, да, физически? Да и до этого не было проблем, и потом не было проблем. Как бы нормально было. Ну, в силу возраста ты, может быть, не помнишь, чем занимались горновые раньше? Когда нужно было канаву там вручную? Нет, почему? Застал это все. Ну, конечно, застал. И из песка, и сифоны делали, и канавы делали. Как бы все застал. Ну, хлопцы были богатыри, мне кажется. Ну, здоровенькие были. Даже здоровые, можно сказать, были. А сейчас головку надо включать, так? Да, да. Ну, сейчас и здоровяков-то таких нету, как раньше были. Я могу предположить, что как бывший спортсмен ты пьешь иван-чай. Не заварку обычную, а иван-чай. Нет, чай с шиповником и с яблоком. Да. Дома, да, иван-чай. С чабрецом, с душицей. Как бы так вот. Ты профессионал, слушай, в этом. Есть немножко, по чаям. Твоя жизнь изменилась после подписания контракта с генеральным директором? Да, в принципе, нет. Как было, так и осталось. Ну, на плечи груз ответственности лег дополнительно? Да, он был. Ну, конечно, он и был. И сейчас так же. Как был, так и остается. И прежде ты не было такого, чтобы не доработал, да? Ну, конечно. Так же, Антон Дмитриевич. Старший мастер, он вот как бы вот курирует. Знает. Он все знает. А как в бригаде отнеслись к тому, что подписал контракт? Не было какой-то ревности там или зависти? Да я как бы не знаю, без понятия. Как я скажу за других? Никак. Ну, если человек достойный, и люди это понимают, то все в порядке? Так полагается. Самые догадливые из вас наверняка предположили, что разговор с интересным собеседником, а это наша традиционная рубрика, уже состоялся в начале фильма. И они ничуть не ошиблись. Ну что ж, продолжим. Конкретно, конечно, я не буду рассказывать, это все-таки ноу-хау. Да, что-то. Но те вещи, которые мы придумываем, которые мы пытаемся внедрить и внедряем, они на острие науки. Ну, подпытка, я не буду спрашивать про ноу-хау, естественно, да? Потому что подписаны документы определенные, и тем не менее. Вот направление можно назвать? Направление одно у нас – это сокращение производственных затрат и увеличение самого производства. Все. А почему именно первая доменная печь? Ну, что, это одна из современнейших? Ну, она не самая современнейшая, она просто реконструирована. Современных печей у нас, ну, будут, я надеюсь, 11-я печка, вот одна из самых современных печей, с учетом всех тех наработок научных и тех производственных наработок, которые уже есть на других заводах. То есть мы же не первые, кто строит в постсоветском пространстве печку. И мы будем учитывать тот опыт, который уже есть. Но почему на первом? Просто вы меня тут застали. Обычно я здесь редко бываю. Просто мы везунчики, да? Ну, вам повезло мне застать на первую печь. Обычно я везде тут. И на первую, и с первой по десятую. Наука не дремлет. Да я уж чувствую. Вы очень большой человек во всех смыслах этого. И мыслите хорошо, и выглядите, как русский богатырь. А философия жизни ваша какова, интересно? Всегда готов. Понятно. Всегда на позитиве. Как бы чего ни случалось, главное искать всегда положительный момент. В науке по-другому никак. В науке всегда важен результат. Какой бы он ни был, отрицательный, положительный, это всегда результат. Всегда. Мне очень нравятся ваши умные и веселые глаза. Ну, моей жене тоже.